Мы закупили подобный фальсификат по всем сетям, в том числе даже в Новосибирске проехали специально и в Кемерово. Теперь мы переходим в арбитражный суд. То есть уже не как потребитель, а уже как юридическое лицо мы будем защищать уже бренд «Алтайский мед» как нанесение недобросовестной конкуренции в отношении наших производителей и переработчиков.